Областной суд вынес решение по резонансному делу. Житель города Султан Тумашинов, который повесил флаг на окне, выплатит крупный штраф. Заметили флаг на окне одного из домов в микрорайоне Арай сотрудники полиции. За нарушение правил использования госсимволов молодой человек был оштрафован на 453 800 тенге. Тумашинов выразил несогласие и подал апелляцию в областной суд. Однако жалоба оставлена без удовлетворения. В доме на почетном месте вешать флаг не запрещается, но вешать на окно, использовать вместо занавесок или другого предмета запрещено. На основании утвержденных законом положений об использовании госсимволов Республики Казахстан судья оставил апелляцию без удовлетворения.